вступительных выступлений тяжело говорить, но я хочу сказать от всей души огромное спасибо ветеранам за то мужество, ту стойкость, которую вы проявили, которую проявил весь наш народ в этой великой войне, которую мы выиграли, мы победили. А молодежи хочу пожелать помнить. Самое основное – это память. Если мы будем знать, мы будем помнить обо всем, то никто нас не сломит, не возьмет в плен, скажем, ну и другие неприятные моменты с нами не случится. Вы все смотрите вокруг нашей страны, что происходит. Ну, я уж не буду повторяться. С праздником, дорогие ветераны, и удачи студентам!